Оставь это несчастным говорить о былом, так просто полететь, взмахнув белым крылом. Так что набилось в придуманных кандалах, братишка? Плюем друг в друга, забыв, что мы зеркала почти что. Приду по улице, от парка двигаюсь к мосту, чтоб подарить немного красок старому холсту. В каменном лесу, знав по жизни лишь один досуг, я люблю заполнять оставшуюся пустоту смехом. Я ищу глазами вас, хулиганье, с кем мне читануть, кто куда, насколько уехал. И отлетела на отдел бэха в одной минуте от сомнительного успеха. До встречи, я почитаю тут пока старую пьесу про находку светлых мыслей после кабака. Про то, как мы стремимся ввысь, хоть жизни нелегка. И то, как я люблю, когда в моей руке ее рука. Я все об этом, а что нужно еще? За человека мой вектор, я хочу быть прощен. Сначала мы бросаем все по ветру, потом душа воюет с интеллектом. За каждый грамм, за каждый сантиметр вдруг становишься противен себе, солнце не радует. Короче, ты сынуля в аду меж мозгоправов и духовных практик. Узнав о том себя, стряхни всю ерунду и двигайся куда захочешь. Делать, пока внутри не закипит. Я отвечаю на все сто, этот подход рабочий. Его высочество, корявый почерк, перерождает мои мысли в новые стихи и лечит проехавшую голову от приступов нервоза. Это чтоб радость заменила слезы. Между метанием от дела к дозам, я не заметил, как ты стать успел таким серьезным, а? Ну как ты стать успел таким серьезным? Скажи мне, как ты стать успел таким серьезным? Ведь все вдыхаем тот же самый воздух. Так почему одни им греются, другие мерзнут? Эх, если бы я знал бы ответ, то не писал бы эти строки уже несколько лет. Ты расскажи, как думать о высоком, чтобы среди хищных мышей себя не ощущать смешно и одиноко. В тот миг, когда я себя с кем-то сравню, первый звоночек, что я пачкаюсь, меняя родню. Я делал раньше эти трюки по несколько раз на дню. Не учи меня жизни, беги в свою новую школу, школьник. Передаю привет тем, кто со мной шатал свое сознание, ища чего-то поприкольней. Гостям пиратских станций, замкадным зомби, фанатам этих танцев, ушедшим рано. Если оставшимся могу помочь разбавить каплей музыки моря из будничного хлама, то пусть эта песня будет как реклама, что захотев любые камни можно растолочь и лечить проехавшую голову от приступов нервоза. Это чтоб радость заменила слезы. Между метанием от тела к дозам, я не заметил, как ты стать успел таким серьезным, а? Ну как ты стать успел таким серьезным? Скажи мне, как ты стать успел таким серьезным? Ведь все вдыхаем тот же самый воздух. Так почему одни им греются, другие мерзнут, а? Скажи мне.